И здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Вий, и мы продолжаем играть в Skyrim. Итак, как я и обещал, я нашел кровь всех этих, точнее, я нашел трупы всех этих ребят в том же, в тех же развалинах, где мы с вами были, то есть в Альфтанде. Там трупы как раз всех рас, которые нам нужны, то есть лесной, высший эльф, темный эльф, орк, ну а фармеров там тогда хрена. Собственно, сохраняемся и входим обратно в пост Септимия. И бежим с вами к нему сдавать квестец. Потому что я намучился уже с ним. Я пытался их найти тупо в каком-нибудь, в каких-нибудь локациях, тупо искать, тупо, точнее, ходить, просто бегать, искать. Но меня это заколебало, и я пошел опять на Википедию. Там было написано, что типа так и так в этих двинских руинах лежат трупы всех фракций, которые вам нужны. Ладно, хорош болтать, сдаем. Держите кровь. Я их почти слышу. Я чувствую их жизненную энергию. Идем. Я приготовлю настой. Угу. Давай. Готовь. Ну? Открывай дверь давай. Открывай кубик. Так, чувак, жди здесь. Вот дверь открылась. Нихера себе кубик. Да. Кубик, твою мать! Нихера себе кубик. Что у нас по пеплу? Извлекатель эссенции, заполненный словарь. Спасибо, мне это не надо. Огма инфиниум. Ну-ка почитаем. Это какие-то у нас руны. И все. Огма инфиниум. Все, забираю. А, чувак, привет. Я тебя ждал. Иди, тебе дарован мой Огма инфиниум. В нем содержится знание фигу, открытые к сарсису. Моему верному дому. И? Сотни лет он был скрыт от мира. Септимий стал инструментом его открытия. Ага. Теперь он в твоих руках. Давай творить чудеса вместе. Ну давай, я не против. И что теперь? Огма. Ага, так, океан познаний. Итак, что у нас тут? Путь силы. Это у нас направлено на... Так, чтоб сейчас не обмануть. Сейчас скажу. На что это у нас каждый из них направлено? Ну, путь тени, как я понимаю, у нас направлен на кражи, взлом и так далее. А, вот. Так, тень, алхимия, легкая броня, взлом, карманные кражи, красноречие, скрытность. И плюс 5 пунктов. Путь силы, стрельба, тяжелая броня, одноручное оружие, кузнечное дело, двуручное оружие и блокирование. И путь магии, изменение колдовства, разрушение, иллюзии, восстановления и зачарования. Так, путь магии мне нахрен не нужен. А путь силы...
Конечно, тяжелая броня у меня уже стопарик, кузнечный стопарик, двуручный почти стопарик. Из этого следует, что мы с вами пойдем в путение, тем более я хочу красноречие покачать. Етить! Сразу 52. Да. Значит, походу может только один раздел прочитать. Я ж прав. Да. Может только один раздел? Да ладно. Красноречие зато до 73. Ни хера себе. Или в люб. Собственно, идем в магию. И еще раз в магию. 53 уровень. Три способности. Алхимия. Ну нафиг. Красноречие вот. Красноречие мне надо. Вкладчик. Краденым с любым торговцем. Что делал? Вложили средства. Ну конечно. Ну, великий торговец по косарю для торговли. Ладно, пофиг. Кража пофиг. Так, 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 так. Двуручный докачаем. Блокирование пофиг. Тяжелая броня. Железные стальные, двемерские, бонитовые, ворочи, дейдрические, не понял. Сальмятные, кожаные, эльфийские, стеклянные. Тяжелый сет. Так. Вот упор на тренировку, вот это пригодится мне. Так что ладно, покупаем стальные кулаки. Падение берем. Ну и тяжелая броня ничего не весит. Походу нет. Походу хрен мне. Не весь макияж. Да, походу. Походу дело, да. Где там же написано? Дейдрические максимум. Из этого нам следует, что в дейдрическом сете мы сможем работать хорошо. Что они ничего не весят. Так, ладно. Пофиг, потом разберемся, отправляемся в глотку мира. Чувак, я тут уже. Где-то вот тут. Читаем, собственно. Где этот свиток? 20, твою мать! Я-то думаю, что так много он весится. И смотрим мультик.
империи. Сегодня власть Алдуина будет восстановлена. Но твоя смелость достойна похвалы. Крипот Аклин, теперь умри напрасной смертью. Серьезно, что ли? Ну, Алдуин, где ты? Сволочь. Лети уже. Присесть, ничего не могу тут.
Ну, где Алдуин, мать вашу? Да вы смеетесь, что ли, надо мной? Где Алдуин? Люди! Ау! Где мразь такая, Алдуин? Ладно, загрузимся с вами. Он у тебя. Да он у меня задрал. Давайте уже. Твоя смелость достойна похвалы. Крив Потакрин, теперь умри напрасной смерти. Ну, в курсе, что тут происходит. А, вот куда прибегает эта баба. Мы разберемся с Алдуином сами, здесь и сейчас.
Скоро мы все увидим. Алгоритм приближается. Ну и чё? Где этот гад? Извиняюсь. Шлепнул микрофон. Нет, не убью это. Ну, где Алдуин, мать вашу? Ладно, ребята, я, пожалуй, поставлю на паузу и дождемся, когда Алдуин будет уже тут. Ну, наконец-то! Джорджов руль. Херенак супал. Как видите, надо постоянно поддерживать ТЗ. Вот этот крик постоянно. Оба съел. Ты изгнан, а мы не изгнан, и за всех, как
все, изгнали типа. Типа изгнали. Получилось. Получилось. Да, пожиратель мира ушел. Да смилостивятся духи над нашими душами. Все, теперь понятно. Драконобой. Лост Фунт, ты опоздал, Алдуин. Сейчас надо попасть самое главное. Не попал. Фак. Главное в Портунакс не попасть. Иди сюда, сыкло. Ну, лети сюда, уродище. Попал. Никогда больше. В полете он слишком силен. Ты что, в Портунаксы попал, что ли? Все, чувак, ты в моей власти. Так что сосни тунца, чувак. Гейр, Эсберн или Портунакс. Я уж лучше поболтаю с Арнгейром. В храм невестников не сваливаем. Не убегаем, а бежим. Так, Арангейр. Ой, этот Эсберн, да. Так, субсанист уже все зажгли. Смотри-ка, обустроили уже немного. Так что жить можно. Так, наш Эсберн, он у нас на улице, насколько я понимаю, да? Походу он на улице и вправду. Да, вот он. Они вместе с Делфином сидят. Что случилось? Тебе удалось изучить крик дракона? Несмотря на него, он свалил. Он всю жизнь занимался этим. И прочел все книги о драконах и этом пророчестве. Угу. Он просмотрел и те записи, что клинки оставили здесь. Но мы об этом потом поговорим. Ага. Внезапно вспышка света. Вдали... У самого горизонта, где облака стоят на страже над мирами. Кажется, сверкали громко, но громко. Во сне нарастало ощущение чего-то недоброго.
Затем это повторялось вновь, но уже более четко, ближе, и становилось ясно, что это не молния. Цвет был оранжевый, ослепительно оранжевый, как огонь очаги его света. И еще звук, отчетливый и неясный. Что случилось? Договорил. Тебе удалось изучить дух дракона Бога? Что произошло, когда он попал обратно на вершину водки мира? А должно быть, он вернулся в свой лунга, чтобы кормиться душой. Если ты не отыщешь его быстро, он вернется сильнее, чем раньше. Да, знаю. Да, точно. А ты знаешь, что его построили, чтобы содержать там пряного дракона. Отсюда и название. Ага. Проблема у нас тогда начин. Требует, чтобы он жизнью заплатил за содеянное.
Ускинг щит. То есть что, нам нужно поболтать с Ярлом? И Делит Партурнакса. Хорошо. Шлепнем по его. Партурнак, все к тебе. Куда улетел, паразит? На стену? Ну иди сюда, сволочь. Чувак, я к тебе поговорить. Ремьолок, клинки мудрый раз не доверяют мне. Оникан Нио, я бы не доверял другому Дова. Дов Уалан Форел, мы были созданы, чтобы править. Желание властвовать в нашей крови. Ты это тоже чувствуешь, верно? Мне можно доверять. Я знаю это. Но они не знают. Оникан Нио вдова. Мудрый никогда не должен доверять дома. Я преодолел свои природные стремления лишь благодаря медитации и долгому изучению пути голоса. Ни дня не проходит, чтобы я не испытывал тяги вернуться к естественным для меня помыслам. Синкриф Хорвудсе Сулейк. Что лучше, родиться добрым или преодолеть природную злобу великим усилием? Да. Это было сотни лет назад, ты же понимаешь. Тогда нас было больше. Прежде чем брудники, акавирцы пришли и перебили всех моих зейма. Я заглядывал к нему время от времени, почти обезумевшему от одиночества и плена. Тирас и вас. Он даже забыл свое собственное имя. Да. Я не знаю, как его смогли поймать, но Брунюн, Ярл, очень гордился своим зверем. Пак. С тех пор Хофкасиюн стал называться Драконий Предел. Моктум. Сюда иди, братюня. Я тебя шлёпну. Прощай, чувак. Ты был чудным парнем. Возвращаемся к дельфине и будем завершать уже. Хотя нет, вру. Мы сейчас завершим. Завершим мы еще позже. Дельфина, сюда иди. Дельфина. Девушка моя, сюда иди. Нам не о чем говорить, пока Да шлепнул я его. Тебе нужно сделать...
Я знала, что мы можем на тебя положиться. Я рада, что ты снова на нашей стороне. Клинков вдвое осталось, что ли? На нас ведь охотились талмарцы. Не самая лучшая ситуация для набора пополнения. Ну, конечно. Однако теперь у нас есть что-то вроде штаба. Ага. Мы возродим Орден Клинков когда-нибудь. Может, я помогу? Если ты знаешь кого-то, из кого бы получился хороший новобранец, приводи их ко мне. Но помни, стать Клинком — это на всю жизнь. Обратной дороги нет. С момента вступления ты безоговорочно предан Ордену и только ему. Стоп, а где свой кандидат в Клинки? Где я этого мудака оставил? Твою мать! Где он стоит-то? И дрит твою раскурит через коромысло. Где этого бы оставить-то смог? Так. А! Он у меня в этом сидит. Не хапает. Твою мать. Вот дебил. Взял его, оставил там. Вот надо ж так-то, а. Идиотина. Да, вот он. Придем. Как скажешь там. Я буду защищать тебя. Тебя я в клинки посвящать не буду. Чувак, с другой стороны. Wait, stop. What is it? 5. Если что, я буду в твоем доме. 50 бак, чертов. Спутника отпускаем. Так. Куда перебор? Так, нам в коллегию надо. Я знаю, кто нового мудрака вперед сможет помочь нам. Конечно, услуга за услугу. О, вот Нед Каджит, черт. Чем я могу помочь? Ты же хорошо владеешь магией, да? Да. Сарга очень старается, но не может справиться сам. Ты мне поможешь. А теперь точнее. Сарга много трудился, учил новые заклинания, пробовал новые приемы. Это сделает Сарга великим магом. От меня что надо? Сарга так много работает, что у него нет времени опробовать новые заклинания. Если ты ему поможешь, ему будет легче учиться. Сарга даст тебе свитки, а ты их используешь и расскажешь про результаты. Хороший план, да? Ты скажешь Сарга, что пора, и он даст тебе свитки. Охерительный план! Не можешь устоять. Давай, да? Свитки. Смотрим. Думаю, вот этот. Сарга придумал чудесное заклятие. Огненный плащ с кое-какими усовершенствованиями. Ага. Он особенно хорош против нежити. Должен ее сжигать дотла мгновенно. Только не говори, что мне куда-то надо идти. Тебе много этих свитков. Опробуй их и возвращайся. Расскажешь, как сработало. Нихерашеньки себе. На нежити надо это использовать. Но это уже пофиг. Это уже после, так что... А сейчас нам надо... кое-что сделать. То есть с одним мудраком. А где он у нас? Он у нас вроде бы вот тут. Я ж прав. Так. Мы пережили тяжелое время. Тут у нас иллюзия. И это благодаря вам, где у нас? Уверена, что вы не забудете, кто оказался наиболее вам полезен. Это книжник.
А, вот где... Немного найдется место, где можно заниматься тем, чем занимаюсь я. И не бояться преследований. Блин. А где этот мудрак у нас с вами? Так, где Зарга? Знать, каковы его сливки на работе. А, вот он. Он. Доброго дня тебе, друг. Ну что ж, идем. Пошли. Я с тобой как раз и хотел прийти. Давай быстрее говорись. Со мной кандидат. Девушка моя. В храм небесной гавани. Ты что тут? Тут. Что в сундуке? Ясно. Хрень какая-то. Дельфина. Здесь вообще там не профукал нигде. А, вот она, девочка. Что тебе нужно, Дракин? Вот тебе. Люди дают нерушимую клятву оставить прежнюю жизнь позади. Способен ли твой кандидат ее сдержать? Ручаешься ли ты? Что ж, по-моему, он справится. Я приведу его к присяге. Ладно. Найдешь других кандидатов, приводи сюда. Еще кандидатов? Слушай меня. Девакин желает дать тебе шанс вступить в ряды забытых стражей Темриэля, драконоборцев, клинков. Ты хочешь стать клинком? Да. Клянешься ли ты отречься от всех дел, имущества и титулов прошлой жизни, ради того, чтобы жить здесь и посвятить себя защите Темриэля от опасности? Да. Тогда я, замещая грандмастера ордена, объявляю тебя клинком со всеми вытекающими привилегиями, правами и обязанностями. Да хранят тебя Бог. Угу. Так, ясно. Клянусь честью, я избавлю Тамриэль от драконов. Так. То есть... Ну-ка, проследим за ним. То есть, этот мудрак стал уже клинком. Но мы до сих пор можем использовать его в качестве компаньера. Компаньон, точнее говоря. Серьез ли? Теперь я в рядах клинков. Даже не верится. Да, серьез ли? Ладно. Ладненько. Сейчас проведем эксперимент. Небольшой такой, но эксперимент. Для начала найдем... Вот он. А, нет, чучело. Эсберн, твою мать, ты где? Эсберн. Ау. Ядрилда кустовая, ты где? Так, ладно, пофиг. Попробуем сделать то, что я хотел, и заодно я вам покажу сейчас свой домик в Светиле. Я хочу сейчас в клинки отдать одного из своих хускарлов. Если все выйдет, то и в клинки вообще всех своих хускарлов отправлю, то есть всех пятерых. И все будет охренительно. Это не тот домик. Перебор?
А, вот на. Вот это мой дом. Высокий шпиль Вилли. Итак, как у нас все выходит? Здесь алхимия. Здесь я что-то не сделал, что ли? Ладно, поехали. Так, тут алхимия, тут зачарование. Как видите, я хорошо постарался. Выколол дайдрильские два щита, вот две секир, молот, меч. И вот он сет. С единственным зачарованием. Дейдрические луки, один на душ и другой на лед. Здесь мой молот, 240, это клинок владения Хафингаром. Здесь официальный тан этого чертового заведения. Так, Йордис, пошли за мной. Если все получится, и хускарлы мои могут спокойно стать клинками, и заодно они могут быть моими компаньонами, то есть их не надо будет оставлять надолго в этом в лагере клинков, точнее в храме Небесной Гавани, они должны там постоянно находиться, то вообще охренительно это. Пофиг, что их дома не будет. Мой дом никто не стыбзит. Вот она уже оделась. Дейдрический сет с двойным зачарованием. Давакин, кто тебе нужен? Что мне? А! Клянусь честью, я избавлю Тамариэль от драконов. Хм. Мило. Ну-ка. Я лучше пойду. Он свою одежду оставил там, то как-то не очень хорошо, что такой сет пропадет, точнее. Да с другой стороны, пофиг. Сюда перекинем все это дело. Они все равно у нас. Так, блин, надо будет все это еще скинуть. Миска, клык, ложка. Перо, пила, пустая бутылка, рулон, шкура черная. Блин, не заполнил. Эльсбор? Вот ты где, скотина! Тебе повезло. Есть ритуал, который нужно использовать перед боем. Предположительно, он помогает подготовить сознание к сражению с драконом. Не думаю, что эффект ритуала будет долго. Поэтому скажи, когда собираешься выступать. Я сделаю все, что нужно. Благослови. Ты что, не будешь? Так, походу, да, он не будет. Тогда забираем у Йордис. Дейдрический сет, который я ей сделаю. Дейдрический боевой молот. Легендарка. Дейдрическая бронька. Ты мало ступоват, чувак. Хотя, учитывая то, что он сохранил все знания о клинках за столько-то лет. Это ого-го. Прямо. Это прямо эге-гей. Эти дуры уже тут нет. Твою мать. Еще и дракоша где-то. Вот он. Ладно, пофиг.
Только где мне дубок-то найти? Твою мать. Где еще их можно найти сейчас? Еще один сундук. Щит клинков. Мило. И вот сет клинков, собственно, наш. Еще и бич драконов. Тикет головы. Ну-ка. Что у нас за бич драконов? 40 единиц дамага драконам. 10 единиц. Интересным остальным. Вот, пока скинем. У меня и так сейчас перевес. Что сейчас найдем эту Бабетту? Только где она? Эсберн, вот он. Пустая. А! Твою мать, вот она дрыхнет тут, хрен знает сколько времени. Это кандидат в клинки? Да ручаюсь я. Хорошо, я могу вымочить еще одну. После этого, думаю, мы будем готовы поохотиться на драконов. Да? Йордис, ты где? Ладно. В чем дело? К чертям. Теперь я в рядах клинков, даже не верится. Да, они могут за мной следовать. Так что сейчас мы с вами. Так, у меня остается две бабы, два мужика. Ну, пошли мы к ним еще одного мужика, так что сейчас в Маркарт. Да откройся ты уже. Тут недалеко все равно. До Маркарт. Мне всего 4 осталось, но я совсем про этого мудрака забыл. Правильно, в Маркарт перенесся. Твою налево, я же забыл про него совсем окончательно. Где он? Я Серебряная кровь. Помните того парня, с которым мы дрались тут на кулаках, только где этот мудрак? Так, Рокки. Ага. Поговори с моим отцом. Член крестьяна. Мои мать с отцом много оружия. Они всегда так. Да fucking shit. А, вот мы. Пошли ко снах. Твою мать. Ну все. Клинки у нас укомплектованы. Комплектом она готова. Да перемещайся уже. Так, тут. Ага. Дельфина? Ой, как повезло, что тут. Тебе что-нибудь нужно? Это кандидат. Со мной кандидат.
кандидаты. Хорошо. Я приведу их к присяге позже. Сейчас просто найдем им снаряжение и подготовим к бою. Пока рекрутов хватит. Расспроси Эсберна о драконьих логовах, которые он изучал. Мы отправим рекрутов с тобой на охоту. Так, работы вот она. Подать болтунью с Эсберном. Драконье логово. Что-то знакомая хна. Драконьи горы я уже зачищал. Они почти все зачищены у меня. Теперь я в рядах клинков. Даже не верится. Что не верится? От меня следовало ожидать. И вот у нас Онмунд еще тренируется. Эсберн, что есть? Лишь ты, Далакин, можешь по-настоящему одолеть эти фигуры. Тебе не придется делать это в одиночку. Клинки помогут тебе. О, Господи. Когда соберешься выступить против дракона, скажи, мы отправим клинков, чтобы помочь тебе исполнить твое предназначение. Чувак! Нашли дракона? Да, скажи им, что мы там встретимся. Чувак, что ли... Да, походу он пока не хочет торговать со мной. Где, говорите? Ядрить неподалеку! Это было с Яром. Так, ладно, ребята. Пока что, по крайней мере, во время записи это делать не буду. Сделаю это между сериями, потом расскажу, что там да как. Или начнем следующую серию уже там. В общем, смысл в том, что мы заканчиваем эту серию. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо и всем удачи, ребят. До следующей серии.